качестве помощника президента проведет сегодня день казанский школьник Амиль Нуруллин. Он учится в 10 классе 19-й столичной гимназии. Сегодня день Амиля начался с еженедельного аппаратного совещания. Затем он вместе с президентом вылетел в Нижнекамск и Альметьевск. Татарстанцы стали чаще нападать на сотрудников скорой помощи. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Количество таких случаев увеличилось почти в два раза. Все они зарегистрированы в полиции. В первом домашнем матче группового этапа турнира «Зенит» в четырех сетах обыграл немецкий «Берлин». Больше всего очков на счету Максима Михайлова. Эту команду «Зенит» уже обыгрывал в полуфинале прошлогоднего турнира.